Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон», крупнейшего автоателье в России. Меня зовут Алексей Крыловецкий, и сегодня в наш видеоряд влетает шикарный Volkswagen Tiguan. Мы их очень много перешили, много накопили этих роликов, они все лежат аккуратно уложены в отдельном плейлисте по Volkswagen, но эта машина прям особенная. Мне очень понравился выбор цвета. Здесь светлая, как кожа Напа, очень светлый цвет. У Mercedes он называется порцелан или фарфоровый. Он здорово осветлил эту машину, здорово добавил ей такого прям статуса красоты. В такой машине ничего не давит, все вот прям органично сделано. И в угоду декоративной подсветки сделаны еще и такие же по цвету канты декоративные, сине-фиолетового цвета, нитка в том же духе и, конечно, отстрочка буковки R. Буква R — это намек на Airline, это фольксвагеновская такая версия автомобиля, да, оспортивленная, скажем так. Но мало просто вышивку R сделать для того, чтобы машина смотрелась более спортивно. Декоративные кантики, фигурная перфорация, отстрочка ромбиками, все это смотрится в машине очень органично, здорово, симпатично. Добавили мы их и в центральную часть сидений, и в дверные вставки. И поэтому в машине теперь появился вот такой действительно спортивный, уютный салон. На мой взгляд, одним из удачных решений явилось изменение размеры пропорции вот этих ромбиков. Надеюсь, вы в комментариях напишите, в каких именно автомобилях мы эти ромбики уже применяли, но здесь мы изменили их масштаб. Получилось вписать круто, поэтому салон, на мой взгляд, выигрышно очень смотрится. На дверях, может быть, тоже стоило ромбики чуть крупнее применить, уж больно много мы их нарезали на дверные вставки. Ну и традиционно для Volkswagen Tiguan перешиты не только сами сиденья, но и дверные вставки, дверные подлокотники, центральный подлокотник. Это стандартный пакет именно для автомобиля Volkswagen. Здорово смотрится и делается буквально за 2-3 рабочих дня. Ну а параллельно выполняются еще и дополнительные работы по установке механизмов подколенной опоры, вентиляция в сиденье можно установить, массаж, поясничную опору, шумоизоляцию сделать, головное устройство доразвить, да, добавить туда функцию андроида, охранный комплекс, мультимедийный, возможности, добавить качественный звук в автомобиль и сделать еще много-много-много чего полезного, того, что будет радовать в автомобиле. Но самое главное, практичный, привлекательный, уютный салон этого автомобиля, безусловно, будет радовать своего владельца долгие годы, ну а потом обязательно при продаже возместит часть своей стоимости, а может быть даже полностью, ведь таких машин на рынке, конечно, нет. А с учетом того, что это очень практичный, долговечный материал, я говорю про эко-кожу, безусловно, он прослужит очень долго и будет доставлять невероятное удовольствие своему владельцу. Так что смотрите, радуйтесь, восхищайтесь и постепенно привыкайте к мысли о том, что штатные салоны действительно не очень симпатичные, ну а сделать их привлекательными можно, если привлечь к этой задаче специалистов компании «Купи салон». Дорогие друзья, если вам нравятся наши ролики, то скорее подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить палец вверх и кликать на колокольчик, чтобы получать автоматические уведомления о выходе новых интересных серий обзоров наших проектов по дооснащению автомобилей. Если же вы дозрели, у вас возникло желание самостоятельно обратиться в нашу компанию, сделать это очень просто. Внизу в описании к ролику вы найдете и номер телефона для связи, и ссылку для перехода в WhatsApp, и наш менеджер сможет вас проконсультировать по любому из продуктов, а также записать для демонстрации наших возможностей непосредственно в нашем производстве. Ну и, конечно, не забывайте, что YouTube — это не единственная площадка, где мы публикуем интересные посты и новости о том, чем занимаемся. Там же в описании найдете ссылки на наши аккаунты в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, Drive2.ru, Instagram и Facebook. Эти последние соцсети являются продуктами компании Meta, а она признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Не забывайте об этом. Дорогие друзья, не скупитесь на комментарии, оставляйте их, помогайте нам понять, что вам нравится, что не нравится и как нам дальше развивать наш канал. Мы постараемся соответствовать вашим ожиданиям, вашим требованиям. Ну а все вопросы, связанные со стоимостью, только при личном обращении в нашу компанию. Желаю всем удачи, будьте здоровы и счастливы. До скорых встреч. Пока.